Анатолий Чубайс, выступая в рамках Гайдаровского форума, рассказал о климатических беженцах, которые получит Европа к 2025 году в размере 100 миллионов человек. Довольно странное высказывание из области защиты человечества и планеты на форуме, посвященном чисто денежным интересам. Впрочем, все дело в том, что коснется это и России. Чубайс добавил, нас более сложно коснется в разных средах. О том, существует ли проблема таких беженцев, куда пойдут возможные потоки и при чем тут Чубайс, своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. Чубайс специалист по другим делам, а не по климату. И поэтому комментировать его особенно не следует. Но то, что действительно проблема обостряется, климатическая проблема для Европы, это действительно так. Но бежать будут не в Европу, а скорее и в Европу. И бежать будут в том числе и в России. Потому что европейская часть, по прогнозам ученых, в том числе и наших академиков, климат действительно мощно ударит по Европе. И он уже бьет. Те изменения, которые происходят, и обильные наводнения, и снегопады, и заморозки, они уже беспокоят европейцев. Так что многие европейцы, и англичане в первую очередь, мне кажется, задумываются о том, куда бы сами бежать. Поэтому Чубайс здесь не прав. Климатические изменения, происходящие по всему миру, коснутся и России. Но если на Европе и особенно в Великобритании скажутся они в виде затопления территорий и ухудшения климата, то для России, возможно, будут даже благоприятны. Эксперт прогнозирует для нас улучшение климата, увеличение плодородия почв, нарастание водных биоресурсов и, как следствие, именно сюда и пойдут потоки климатических беженцев. Не исключено, что скупка земель иностранцами в Сибири и Алтае идет именно с целью страховки жизни. Сроки климатических изменений не так велики, стоит ожидать заметного изменения климата уже в ближайшие десятилетия, но человек, возомнивший себя хозяином природы, не только не бережет ее, но и в угоду прибыли готов разрушать. Сегодня многие, даже мощные государства, они все же подконтрольны финансовым институтам, финансовому олигархату. Теневые вот эти финансовые структуры, живущие категориями прибыли, жаждущими мировой власти, им наплевать на все, что происходит. Поэтому не правительство принимает решения как в Европе, так и в Соединенных Штатах, так и в других государствах. И в России то же самое мы видим, что экономика развивается в угоду крупным компаниям, олигархическим структурам, но не в пользу населения, не в пользу окружающей среды. Эксперт указывает на решающую роль именно незападной цивилизации в вопросе хоть какого-то сохранения природного баланса. Именно у стран БРИКС высоки понятия культуры, науки, духовности и высказывания приверженца западных ценностей, читай доллара Чубайса, здесь носят скорее популистский характер. Господин Чубайс очень много сделал, чтобы уничтожить вот те советские начала, уничтожить государственное планирование и отдать все богатства природные в руки воришей. И Чубайс много сделал на всех должностях, чтобы природоохранное законодательство просто разгромить, дать вот на разграбление всю нашу окружающую среду. Поэтому то, что он сейчас говорит, это может опасается за свою жизнь, может быть просто популизм ему сейчас необходим. Чубайс враг природы, враг народа российского. Его судить нужно. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».